доктор Стрэндж, что происходит со мной? Я не помню, какое зелье налить в эту маленькую чашку. Ага, вот оно. Ты в порядке? Думаю, да. Ты не Человек-паук. Ну, это долгая история, но я расскажу ее быстро. Хорошо, давайте сделаем это в последний раз. Меня зовут Питер Паркер. Я был укушен радиоактивным пауком. И 6 лет был единственным и неповторимым Человеком-пауком. Я был мертв 5 из 6 лет, но это уже другая история. Я спас кучу людей, обрел любовь, спас город и целый мир. Я даже присоединился к команде. Возможно, вы слышали о них. Нет, не эти ребята. Это был Капитан Америка. Также у нас был Халк, Тор, Черная Вдова, Алая Ведьма, Доктор Стрэндж, Черная Пантера, Человек-Муравей, Сокол и Зимний Солдат, Вижн. И... ох уж этот парень с луками и стрелами. Я никогда не забуду своего наставника, мистера Старка. Что еще? Там был большой пурпурный парень, а его подбородок был похож на... А? О! Кто эти парни? Окей. А вот и мы. Только не снова. Вы кто такие, ребята? Я должен сказать, вы выглядите как я. Назовите мое имя, я сразу появлюсь. А? Кто следующий? Я залью тебе грязью глаза. Это часть эксперимента. Послание Кизада. Человек-паук. Остерегайтесь вкусных закусок хозяйки. Привет, парень. Ты не Человек-паук? А ты? Я Человек-паук. Что происходит со всеми пауками?